Давно уже нет наркомана, все алкоголики. Что у вас с головой, если вы смотрите на детский тверк, как на что-то, в чем есть что-то, кроме танца? Вообще не умею танцевать, я совсем не танцую. Это наркоман. Осторожно, мокрые киски. Корпусов несколько, а шаурма одна. Я еврей, ничего страшного. Это хоть сказать бялеш. Это ж. А Сашай нравится приятный. Всем привет. Мы сейчас находимся в Челнах. Главным сюжетом станет поездка в один из клубов города Набережные Челны. Мы пообщались с людьми, с владельцем клуба. Челны считаются столицей клубной жизни. А пока начинайте смотреть, ставьте лайки, обязательно репостите, подписывайтесь на канал. Приятного просмотра, друзья. Мы начинаем. Че, мы погнали? И че, какой у тебя сейчас клуб лучше работает по выручке, Челны или Казань? Да, они наравне. При том, что Челны в 4 раза меньше еще город даже. Да, и в Челнах клуб в 2 раза больше, чем в Казани, представляете? Ага. Я не тусовщик, но меня очень сильно удручает тот факт, что Набережная Челнах реально очень грустно. Что для Челнов является таким навязной? В последнее время людям интересно, что такое подпольное. Например, какие-то неизвестные клубы. Они настолько тайные, что люди о них не знают. Я недавно понял пару секретов. На последних конференции были как раз представители властей, администрации города. И то, что людям в этих структурах непонятно, то, что им чуждо, они это просто не допустят. Да, они не понимают, что происходит и что это такое, и они как бы это стараются. Это все шизофрения, что сейчас начали танцевать, сейчас все, значит, наркоманы, сейчас разобьют нам все и прочее, Сейчас будем смотреть на то, как талантливые дети дадут жару. Побатлимся с ними. В классе школьном прям фигачит. Да, школа танцев, они участвуют во всяких там конкурсах, у них достаточно крутой инстаграм. Они неплохо так тверкают. Мы поняли, что мы стали очень крутыми. Решили вызвать кого-то очень крутого на танцевальный батл. Здравствуйте, дети! С нами вместе Лена и Гульнас. Они тренеры и основатели школы. Как вы пришли к тому, чтобы именно с детьми работать? Мы дружили, танцевали, просто на улице тренировались, а потом подумали, почему бы не создать что-то свое, ну, и не воспитать ребят, которые будут танцевать, как мы. К сожалению, хип-хопу в Казани не учат, поэтому мы занимались сами, тренировались сами. Кто из вас самый крутой танцор? Все самый крутой танцор. Как так получилось, что ты единственный мальчик? Ты так любишь девчонок, что решился охмурить всех? Нет. Вот таким должен быть мужчина, молчаливым и просто заниматься делом. Прямо сейчас мы отправляемся на улицу Бауна, где будет проходить фестиваль альтернативной музыки. Один вопрос тоже может быть на месте Ховы. Мы называемся Дэщи Клявык, это значит орешек в переводе. Как вы оцениваете состояние татарской эстрады в настоящее время? Нормально все, мне кажется, у татарской эстрады будет время, надо только побольше чуть-чуть. Честно говоря, я не различаю татарских артистов, если говорить о большей части. Почему эти люди собирают целые залы? Почему музыка подобного направления, она так медленно развивается в этой республике? Потому что та музыка более простая, и она легче воспринимается. То есть это такое искусство массового употребления. Задумываться не надо. Да, но наш музыка чем сложна? Тем, что он переделал татарские народные песни, и это не все любят. Мы видим, как хорошо воспринимает молодая публика, и иноязычная публика воспринимает эту музыку. So how you feel about that?
Мы все еще в Челнах, а Санчес все еще не приехал. Есть только его портрет. Мы ждем Сергея. Изучаем клубную культуру Челнов. Меня зовут Олежа Орман, всем привет. Почему Челны самый клубный город Татарстана? А потому что у нас негде тусить вообще конкретно. Вижу, если парень похож на Талгата. Ну, бля, что придурок? Поэтому, да. Братан, можно? Смотри, смотри, Талгат. Меня приехал, братан. На самом деле, это обман был. Никакого Санчеса нет. Воздух в Казани вообще сейчас я нигде. Я устал всех просто уговаривать прийти, понимаешь? Хотелось бы больше караоке, чтобы все было вместе, знаете. Будет московский диджей, что он будет делать в 4 утра? Можете представить? А ты в 4 утра пришла в клуб, зачем? Я хотела еще в караоке. А, ты караоке искала? Да. В Москве же всегда движение. Понятно, что людей больше, слов нет, но вот это вот стремление куда-то пойти, что-то там, развлечь себя. Люди находятся в поиске. Здесь даже я допишу своим друзьям, что, о, нет, вот исключительно существует только пятница или суббота. Остальной день вообще не день. Я пришла к этим чудесным педагогам очень давно. Я была очень застенчивым ребенком, но когда я к ним пришла, они меня раскрыли. Сейчас я могу действительно нормально жить. Я очень стала коммуникабельной, общительной. И все это благодаря им. И танцам. Если говорить о том, что востребованность есть у детей, у нас правительство не поддерживает пока, да, на должном уровне. В современной хореографии на самом деле многие танцоры развивают сами, да. Здесь больше акцент делают на народные танцы, да. Вот, конечно, немножечко обидненько, вот. Но все-таки мы докажем, что нужно развивать все виды танцы. Передачу «Танцы на ТНТ», конечно, смотрите, кто вам нравился? Баина, да. Она танцует на каблуках. Так, а ты почему не на каблуках пока? У меня нет моего размера. Yummy Music – это единственный в Татарстане на данный момент лейбл, который занимается альтернативной татарской музыкой. И вот его продюсер Ильяс Гафаров. Привет, Ильяс. И как ты оцениваешь творчество исполнительницы «Татарка»? Ира смелая. Я же приложил к этому руку, как не помню. Да, ты писал музыку. Текст. А, текст сам, да? Да. Вот, кстати, друзья, если всем было интересно, кто создавал это, вот Ильяс. Один из людей, который к этому приложил руку. Впервые что-то татарское посмотрело более 20 миллионов человек. Насколько я понял, у них задача была хайпануть просто в России. Не прилагая каких-то жутких немыслимых усилий. Как ты сейчас оцениваешь вообще ситуацию с татарстанской музыкой? Они немного боятся перемен, потому что если они начнут меняться в какую-то сторону, им придется конкурировать с кем-то более креативным, более смелым. Поэтому вот какие каноны были заложены 10, 15, 20, 25 лет назад, все примерно этого и придерживаются. Сменилось несколько поколений уже, которые поют одинаково. То есть 20-летние поют как пенсионеры сейчас. Друзья, татарская музыка может быть разной, в том числе интересная, в том числе модная, и в том числе ее можно показывать своим друзьям, которые не знают татарского языка. Мы наваливаем бас, группа так не любят нас. Тоже вот, знаешь, я приезжал там раз в полгода точно. Ну и с друзьями из Москвы приезжал. И каждый раз просто там перед поездкой начинаю смотреть афишу. И просто даже афиша, ну ничего интересного. Они штампуют вот это вот стиляги пати, как будто уже 80 лет одно и то же. Никто даже не заморочен на том, на что попадать. Что с людьми дома-то там? Организаторов нормальных стало мало. Тоже согласен. Таких креативных, идейных людей. У нас тут снова дожди. Смотри, вот легенда, да, клуб, я считаю, действительно, один из лучших там в городе. В Казани это был самый выигрышный проект с точки зрения, что там все понты, пафос, богатеи, все к этому, как у нас всегда, тянутся. Засветиться в этой тусовке важно, чтобы все думали, что ты богатый. Чтобы подорвать все, как последний раз, здесь не видно глаз, здесь не видно глаз, нас ненавидят копы, значит, мы наваливаем бас.
кроме хип-хопа, вы танцуете какие еще направления? Вок, контемп, джаз-фанк немножко, хаус тоже, дэнс-холл. Все направления. Да. Дети, дэнс-холл. Все взрослые в интернете напишут, так нельзя делать. У любого стиля есть у каждого под стиль. То есть ты можешь танцевать и женственно, можешь танцевать и только узко в какой-то другой манере. Поэтому то, что видят на видео, это уже как кто как хочет танцевать. Вот, представляете, это даже ребенок понимает, а люди, которые пишут, что дети танцуют дэнс-холл, дети танцуют тверк, это нереально. Что у вас с головой, если вы смотрите на детский тверк, как на что-то, в чем есть что-то, кроме танца? Почему? Это же очень странно. Ну, вот почему. Что почему? Вот. А, потому что я, да, я из этих, из адекватных. Ну, я думаю, что, наверное, из-за этого. Потому что хип-хоп – это западное направление, и… С Америки все же. Но! Пожалуйста, про фестиваль. Здесь три составляющих: город, татарский язык и молодежь. Мы сами тоже больше не про традиции или что-то, то, что осталось в прошлом. Мы про что-то новое, интересное, прогрессивное. Существует какой-то параллельный мир, да, татарский? Mm-hmm. Ты заходишь в дом, да, где есть печка, там, где на столе всегда чпичмак, mm-hmm. там. Но все это ушло из нашей обычной жизни. У каждого из нас там мебель из Икеи, мы одеваемся все, вот, что Берлин, Китай, да. Мы не хотим терять свою идентичность. Она должна проявляться в каких-то новых формах. Она должна быть трендовой. Есть, конечно, люди, которые изолируются. Мне кажется, надо открыться максимально миру, чтобы максимально получить. Как появилось именно звучание, да, такое? Оно у вас прям фирменное. Наверное, тут большое значение имеет музыкальный наш бэкграунд, потому что мы слушаем какие-то определенные вещи, причем все в одном направлении, и это оказывает влияние. А когда мы пишем песни, у нас главный такой критерий, есть ли волшебство в песне. Мы так слушаем аранжировку, так, о, волшебство есть, все хорошо, оставляем. Как вообще вы оцениваете публику в Казани? В основном дружелюбно, людям нравится наш необычный подход к музыке, потому что мы действительно звучим как немножко неформат, и этим и цепляем. Сделать что-то новое и мечтать, творить. Да, надо думать более открыто, мыслить не стереотипно. Уходить от шаблонов и пробовать новое, слушать новое. Без 9 минут 7 утра мы в Челнах. Мы как могли держались. Силы закончились, мы едем спать.